Фортепианные перчатки, перчатки пианино, что за хрень вообще такая? Скорее всего, такая реакция у тебя была, когда ты увидел это на превьюшке. Но, по крайней мере, у меня такая реакция была, когда я увидел это в предложках, и я это заказал, и вот оно приехало, и давайте смотреть, мне прям интересно, что это. А что это? А что это? Кот, нож давай. Действительно, Electronic Piano Gloves, то есть электронные фортепианные перчатки, пиано-перчатки. Две перчатки, черное-белое, нарисовано какой-то динамик, давайте смотреть, что внутри. Так, мануальчики. Что это у нас тут? Значит, левая черная, правая белая. Вся эта штука, по-моему, работает на батарейках. Здесь у нас имеется, значит, какие-то настройки. Ритм, темп, плюс-минус, громкость, тон, стоп, демо. Короче, здесь еще какие-то фишки есть, скорее всего. Так, вот эту хрень нужно снять и сюда, скорее всего, воткнуть батарейки. Нацепил я эти перчатки, но сразу вам хочу сказать, перчатки явно для китайцев. Они очень тесные, они маленькие, ужасно неудобно нажимать. Но как-то оно все криво. Короче, должно быть, в принципе, по инструкции так. А хотя должно быть до, ре, ми, фа, соль, си, до, но какая-то хрень вообще. Также в инструкции написано, что у нас вот здесь имеется переключатель типа октавника, ну то есть типа вот. Но он работает не как октавник, а он работает просто вот, ну если... Какой же, блядь, пиздец. Какая-то хрень, я... Здесь еще более-менее, то здесь все как-то криво, то есть вам придется... Вам не придется играть вот так, потому что у вас ни хрена ничего не получится, у вас пара нот будет нажиматься. А чтобы это играть, нужно быть вот таким вот криворуким, блин, чтобы что-то умудриться сыграть. По-моему, это полная хрень вообще. Ну, давайте посмотрим, что он еще умеет, этот... Я не знаю, это, что умеет это? Да ёб твою мать! Ты вообще нажмешься когда-нибудь? Что за ересь? Ну, у меня что-то получилось сыграть даже. Но. Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. Это жесть какая-то. Все, мелодию вы хрен сейчас играете. И хер, все, дальше уже на шестую ступень здесь не хватит. Ну, тот, кто музыке учился, тот поймет, что такое шестая ступень. Ну, все, да, вот. Да, блин, не нажимайтесь вы. На самом деле, вот это полная хрень. Китайская говнота, ну... Недоделаны. Вот нажимается все еле-еле, вы еще правое куда ни шло, но вот здесь из пяти нажимается две, чтобы эти нажимать нужно вот так вот криворуким быть, коим я не хочу являться, может и являюсь, но на самом деле, блин, полная хрень, ребят, это лажа. Вот вы просили, кинули в предложку, а вот это шедевр еще тот китайский. Как по мне, бессмысленная трата денег, и даже бесплатно, а нахрен эта телега не нужна. Ну, что думаете вы по поводу вот этого всего? Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать ваше мнение. Но, как по мне, это... Что это? Это херня! Это херня. И что ты теперь с ними будешь делать? Не знаю, тебе отдам. Не надо это.
На, заберешь. У меня там есть рабочие перчатки. Рабочие перчатки просто плохо работают. У меня там есть фигня какая-то. На, забирай. Я встал не хочу. На. У меня там есть шапочку встал. На. Ты что, дурак ты что ли? Что ты понимаешь, мне это не надо. На, забирай. Я встал, что ты встал.